На конкурс дети читают стихи. Штоков Петр и Штоков Иван. Татьяна Варламова, как я рад! Холодным утром января из дома в школу вышел я, а за порогом снегопад! Вот это праздник, как я рад! Так много снегу намело, что во дворе белым-бело, а хлопья кружатся, летят. Вот это сказка, как я рад! Сугробы очень глубоки, бросаю в небо я снежки, деревья шапками блестят. Вот это чудо, как я рад! И наша школа на заре стоит в волшебном серебре, как ей идет такой наряд. Вот это платье, как я рад! Такая всюду красота, что ослепляет чистота. Вот только жаль, что был звонок. Мы